До Нового года 66 дней. В Сургуте с приходом зимы сразу же начали подготовку к празднику смены лет. Специалисты муниципального предприятия «Горсвет» проводят ревизию светового оформления города. Начали с проспекта Ленина. По обеим сторонам проезжей части в прошлом году, напомню, растянули многокилометровую гирлянду. Сейчас на ней меняют перегоревшие лампочки. Закончат в течение ближайших нескольких дней. Монтаж новогодних фигур ожидается стартует в ноябре. Ориентировочно через 3 недели в Сургуте начнут устанавливать новогодние ели. Уже несколько лет первыми искусственные красавицы дарят сургутянам представители бизнес-сообщества. Украшать городские общественные локации, как правило, начинают с площади у филармонии. В прошлом году там работы стартовали 22 ноября.